В четырех общежитиях Казахского национального технического университета имени Сатпаева появилась возможность круглосуточного и бесплатного доступа к всемирной паутине. Теперь каждый студент сможет проверить свои знания и получить полную и разнообразную информацию. Педагоги говорят, это станет хорошим стимулом к поиску новых открытий, формированию аналитического склада ума и раскрытию собственных возможностей. Тем более, что на сайте своего «Альма-Матер» учащиеся всегда могут найти необходимые электронные материалы, учебники, пособия и научные исследования. Наши студенты имеют личный компьютер, но тех, у кого нету, мы каждую комнату обеспечили, опять-таки, за счет университета компьютерами. Теперь наши студенты 24 часа в сутки имеют доступ к информационным ресурсам. Но это в первую очередь делается для повышения качества образования. Потому что вот в рамках Болонского процесса одно из главных – это студент должен научиться добывать знания.